Окей. Пожалуй, начнем. Всем привет, с вами Пони Стю. Сегодня мы постримим The Long Dark. Спасибо любезному iLive iPhone 6 за предоставленную игру. The Long Dark это... Sandbox, survival, бла-бла-бла, что бы там ни было. В последнее время в играх нужно только выживать. На прошлом стриме я играл в This War of Mine, и... Там я тоже выживал. Мне кажется, я должен повсюду выживать. Я уже поиграл немного в The Long Dark, и... Хочу сказать, что... Есть какие-то схожие вещи с This War of Mine, например, тут ограниченные времена суток. Допустим, ночью ты не хочешь показываться на улице, в то время как в This War of Mine ты не хочешь показываться на улице днем. И тебя ограничивает, потому что ты ничего не можешь в этот момент сделать. Можно было бы как-то разнообразить геймплей в этом плане и позволить игроку самому выпрыгивать, выбегать из этих ситуаций, находить выход. Ах, черт, где мы? Но вместо этого они просто ограничивают все, что есть. Так, на какую там кнопку? Ага, серчинг. Hope nobody needs this anymore. Что ж, это крутая куртка, она теперь наша. Сейчас я подвину окошечко, чтобы видеть чат. Да, всем привет. Полагаю, что нам нужно очень-очень быстро найти убежище. Какое-то укрытие, какой-то домик и сидеть там и греться. Игра очень жестко к вам относится в плане температуры, поэтому, возможно, даже слишком жестко. Такое чувство, что мы в трусах бегаем по лесу. До этого меня спавнило в других местах, я не понимаю теперь, где мы. Да, всем привет. Ну, по крайней мере, мы нашли рюкзак и шоколадки. Looks like this has been here a while. Ну, я не скажу, что оно особо давно здесь валяется, потому что здесь такая метель, блин. Спички. Жидкость для розжига. Окей, буду надеяться, что наверху там какое-нибудь здание. До этого, пару стримов назад, я еще играл в Eternal Winter. На самом деле, кто-то сказал, что это, типа, неумелая поделка на The Long Dark, но я думаю, что если бы у этого чувака был нормальный художник и, не знаю, 3D-модельер, то было абсолютно так же. Было бы... На этой горе выгодное место. А, да мне хоть какое-нибудь место, ты посмотри, я замерзаю. Ох, вау. Что ж, да, наверное, мы сможем найти многое с нее. А, черт, прыгать нельзя. Ой, а он, наверное, короче, как дети хотел спрыгнуть с многоэтажного домика в снег. Die if I don't warm up soon. Окей, нужно подняться. У нас, по-моему, нет никакого топлива для того, чтобы развести костер или хоть какой-то огонь. О, какого хрена? Здесь теплее. Здесь явно теплее.
Окей. Радио не работает. Зато мы нашли топор. Мы сможем его как-нибудь экипировать? Я еще не особо знаком с системой использования предметов. Видимо, я не могу как-то напрямую их что-то именно использовать. Не все, по крайней мере. Конопинер. Это полезная штука. Окей, что у нас тут? Rifle munition. Ладно. Ни разу еще не видел винтовки в этой игре. Посмотрим. Медикаменты. Окей. Ау, что это было? Я ничего не делал. Где я покупаю игры, кроме Стима? Нигде. И вам не советую. Так. Давайте посмотрим, сколько время по кровати. Сейчас самое-самое утро, отлично. Значит, мы надеваем нашу новую куртку, которую сняли с блядского трупака. Она должна быть получше, мне кажется. Так, это underwear. Это свитер. 6-6. О, это лучше. Но состояние похуже. Ладно, у нас... У меня нет никаких претензий к этому. К сожалению, мы замерзаем, и нужно что-то делать. У нас нет топлива. Нужно пойти нарубить дров или типа тому. У меня какие-то проблемы. Кажется, шизофрения развивается, и я перестаю... говорить правильно. 1490 калорий. Тут деревья-то есть вообще? Так, forage wood. Давайте попробуем. 20 минут. Вы издеваетесь. Что ж. Попробуем. Надеюсь, не умрем от холода. Что мы собрали? Тиндерплаг. А, да к черту, он мне нужен. А что у вас всех? А, нужно бежать. У нас по минус 2%. Это плохо, это плохо. Все очень плохо. Нужно найти какое-то более надежное убежище. Что здесь такое? Что там такое? Я, короче... Окей, это волки воют. А что пас тут, блядские уёбки? Я мог бы для полного хардкора открыть окно себе, потому что на улице холодно и, типа, полное, блядь, погружение. Полный survival. Но... Я пока в здравом уме. Я не хочу снова заболеть, поэтому... Эй, там что-то есть. Мы отправимся прямиком туда. Окей. Unnamed pond. Йети видели? Вау. Круто. Я бы посмотрел. Of course you could. Silly face. Окей, тут не густо. Не густо, совершенно не густо. Мне это сейчас никак не поможет выжить. Мне нужно какое-то убежище. Мне нужно укрытие. То, из которого я убежал, было ненадежным. Я просто мог замерзнуть там.
Окей, у меня еще есть флеер, поэтому волков мы сможем отогнать. Уж до этого я... Как-то додумался, я не знаю. Мисс Уджи 100, вау. Кто бы это мог быть? Привет, мисс Уджи. Под лед провалиться можешь? Серьезно? Серьезно? Я не знал. А, черт, какого хрена? Ха. А, здание, пожалуйста, какое-нибудь. Окей. Просто продолжим идти дальше. Блять, нет, нам нужно перевязаться или типа того. Нет, не та кнопка. Окей. Может быть, нам станет полегче. Да, я тоже не уверен. Я не думаю, что ткани быстро восстанавливаются на холоде. Поэтому... Олень! Спаси меня! Олень! Ай, блядь! Флайер! Флайер потерял! Окей. Окей. Все в порядке. Мы в лесу. Я умираю. Я больше никогда не попробую твинки. А вкус? Ладно, хотя бы волки меня не съедят. И вроде как калории в организме еще есть, поэтому... О, я могу бежать снова? Нет, не могу. Меня обманула игра. Давай, что происходит? Что у меня случилось? Что? Что я должен сделать? Черт, что в этом... Что в этом случае применяет? Айтем снилит. Да, понятно. Готово. Все, отлично, я снова могу бежать. Окей. Окей. Срочно найти какое-нибудь убежище. Конечно, когда я передвигаюсь быстрее, то я быстрее мерзну, судя по всему. Не знаешь, почему у меня так быстро ухудшается состояние. О, домик какой-то. Черт, ну он открытый. Ладно, у меня были дрова, я смогу развести там огонь. Пфф, да ладно, смогу, плевать. Все, что мне нужно. Окей. Окей. Все, все, мы живы. Фух. Мы согреемся? Я не вижу, чтобы мы согревались. Черт, ладно. Съедим бифджерки. И еще что-нибудь. Не знаю. Давайте поедим это. Откроем канапинером, раз он у нас есть. 600. Вау, 600 калорий, это много. Нам становится немного получше. Поэтому мы пока что останемся здесь. Я по-быстрому отвечу. Окей. Оу. 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 Окей. Это то время, когда я использую наш флеер. Эй, волчара. Волчара. Пошел вон. Пошел вон. Нет. Дерьмо. 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 Нет, пожалуйста. Черт. Черт. Нет. Нет. Что ж.
Это был хреновый старт. Мы начнем еще. Сейчас будет лучше. Выживает не сильнейший и не самый умный, а тот, кто умеет подстраиваться. Или что-то как-то так. Я не знаю, как это интерпретировалось в русский. Окей. Окей, сейчас все будет намного лучше, потому что я чувствую, что мы где-то рядом с клевыми зданиями. А клевые здания, это клево. Правда, я слышу волков, которые рыщут поблизости. Где я? Окей, точно не туда. Явно не туда, туда я не иду. Блин, я слышу их наверху. Много трупов. Что с тобой случилось, приятель? Странно, что вода там еще есть и не замерзла. Раз он замерз. Окей, я просто говорю. Нужно срочно найти убежище. Срочно найти убежище. Уже близко к половине его. Дом, мы нашли дом. Мы живы, ха-ха-ха. О, я помню это место, оно клевое. Это то, что мне нужно. То, что мне нужно, мы живы. Все, мы выжили. Отлично. С этого здания начинается выживание. Reclaimed wood. Окей. Подожжем его. Workbench. Круто. В общем, все, что здесь есть. Шапочка. Ну, у нас, по-моему, уже есть шапочка. Окей. Максимально полезно. Батарейку не любят, батарейку не ждут. Антисептик. Я что-то слышал. Или мне показалось. Ладно, к черту. Куча полезностей. Столько воды. Черт возьми, я могу напиться просто. Эй, мужик. Мужик. Что-то странное у тебя имя. Корпс. Впервые такое вижу. Ну да, ладно. Looks like this has been here a while. Твоя конфетка теперь моя конфетка. Я слежу за тобой. Окей. Премиум Winter Coat. Думаю, это супер полезная вещь. И думаю, она редкая. Наверное, да? Наверное, редкая. Вау, Work Boots. Черт возьми. Сегодня мне везет. В этот раз мне безумно повезло. Все эти вещи спасут мне жизнь. Даже собачья жратва. Хоть я и не собираюсь ее есть, но почему бы нет. Окей. Что ж, давайте разведем. Да, давайте разведем. Starting fire. Посидим у печечки. Что? А, чтоб тебе. Ладно, давайте с акселерантом. С розжигом.
Окей. И поедим заодно. Или сначала мы... Окей, давайте поспим. Можем ли мы поспать до конца? Нет, не можем. Окей, значит, нам немного еще нужно будет порыскать на улице, и потом мы вернемся сюда. Было бы логично. Давайте наденем то, что я нашел. 3,7. Срань господня. Это супер много. Стоп, я что, в носках все это время ходил? Wool socks. А, нет, вот basic boots. Все, замечательно. Теперь у нас клевая одежда. Все, мы пока не будем есть ничего, мы просто пойдем и что-нибудь найдем и вернемся сюда. Окей. Пойдем на речку там. Речку, лол. На озеро. Вы ведь пошутили, что я могу утонуть, да? Вы ведь пошутили. Если вы хотите упоротый голос, идите к Гуфовскому на стрим. Хотя он там молчит. Ну ладно. Я не знаю. Йети? Здесь? Да идите к черту. Какие еще йети? Окей. Бифджерки мне понадобятся. Спичечки. Окей. Секундочку. А, черт, мой геймпад. Если вы понимаете, о чем я. Окей. What have we here? Orange soda. О, неплохой жакет. Что между мной и Гуфовским произошло, или как мы познакомились? Что? Чего? Чего? Что? Я не понял. О чем ты? Я с ним не знаком даже. Я ни с кем не знаком. Кто бы то ни был. Черт, в этой куртейке мы неплохо так выживаем. Вовсе не замерзаем почти. Поэтому нужно собрать дров и всякого такого. Что у нас тут? Что у нас там? Что здесь? Тут, там. Там, здесь, тут, там. Здесь, там.
новостью, когда можно качество на твоем стриме менять будет, а то задолбал лагать. Никогда. I could use this. Ой, черт, столько собачьей еды, я не буду это есть. Peanut butter. О, я недавно ел. О, это было вкусно, черт возьми. О, сколько флэеров. Пластиковый контейнер. Но я-то думал, там пенисы. Что это было? На меня никто не выпрыгнет. А, ну, понятно. Уходим. Окей, теперь сюда. А дверь-то где? Дверь не завезли. А, вот она. А у меня такое чувство, что они, короче, из этого... из Resident Evil. That'll come in handy. Reclaimed wood. Давайте мы будем разжигать наши печки, топить. Еще одни work boots. Их тоже возьмем. Вдруг наши износятся. Читаем газетку. Сколько там время? 5 пм. Oh. Окей, мы, наверное, еще успеем. Мы еще успеем. Hope nobody needs this anymore. Успеем ничего не найти, потому что здесь ни черта нет. Отлично. Так кто там ходит? Это же не я, да? Ладно, это я, хер с вами. Убегаем отсюда. Не знаю, успею ли я. Не знаю, успею ли я добежать назад. Но думаю, успею. Вороны кричат. Looks like this has been here a while. Бесполезная газета, потому что она лежит в снегу, она промокла вся и никак мне больше не поможет. О, Candy Bar. Даже два. Впечатляет. Да, игра ничего так. Ничего. Ну, такая обычная достаточно. Мне нравятся все эти элементы менеджмента. Типа следить там за всем, это круто. Но в этом плане мне больше This War of Mine нравится, потому что там типа нужно на какое-то количество людей рассчитывать вообще все. Песню про выживание. Что, я вправду надеюсь, что я петь начну? А, нет, я не знаю песен про выживание. А, что у нас здесь? What have we here? Это что, сгущенка? Или это топленое молоко? Condensed. Не помню значение этого слова, к сожалению. Топ-топ-топ-топ. Да, смотрел тизер на Star Wars новый. И супер крутой меч. Супер крутой меч. Пока что все, что я могу сказать, это супер крутой меч. Vanguard Princess стрим. О, я не думаю, что это хорошая идея. Не знаю, может быть, как-нибудь. Но не считаю, что оно стоит стрима. Кому интересно, как телочки бьют телочек? Мне интересно. Ну и ладно. Но мы не будем играть в это. Блядские вороны летают. Стью, зачитай нам молитву. А, Господь, спасибо за еду на блюде. А, спасибо за то, что я не упал под лед. Сюда, например. Спасибо за оленя вдалеке. За
пенис в моей руке. Короче, ну, не знаю я молитв. Неверующий я человек. Поэтому, типа... Иисус хуис. Отстаньте, все, никаких молитв. Иисус хуис, серьезно. Что я делаю со своей жизнью? Окей, я надеюсь, мы успеем вернуться, и нас не поглотит долгий, длинный, черный этот самый. Ну, вы поняли, м? Да, клевая история, никому не понравилось, все решили, что я долбоеб. Потому что это так. На самом деле, я минут 15 это говно придумывал. Мне кажется, это было забавно. Но никому больше это забавным не показалось. Окей, мы теперь можем наесться, напиться. У нас там печечка погасла. Труп еще не разложился, поэтому... Ну и хер с ним. Окей. Воспользуемся розжигом. И покушаем. Окей, что у нас есть? У нас есть кэнди бар. Куча кэнди бар. Куча шоколада. Куча шоколадных батончиков. Окей, еще один, наверное. Почему бы нет? Шоколадка с арахисом. Я бы сейчас сэндвич замутил, короче, с помидорами и арахисовым маслом. Вот это было бы клево. Есть, да, вода какая-то? Да, есть. Кондишн 28, кондишн 91. Не знаю, как это вообще влияет на что-то. Ну ладно. Окей, сейчас там начнется ночь. Я думаю, нам придется пойти поспать, и потом мы продолжим выживать. Давайте 6 или 5 утра. Пусть это будет 5 утра. 11 часов поспим. Думаю, нам будет окей. Надеюсь, мы не умрем. You have survived. Окей, это достаточно много уже. Мы очень хотим пить. Что ж... Хорошо, что у нас есть оранж сода. Water. О, видите? Видите, клево. Буду ли я брать что-то из этой осенней распродажи? Я не знаю, я взял гифт Battle Block Theater. По-моему, это пока что все, что я взял. Не знаю. Игра на максимальных настройках. Сода. Ну, давайте еще одну выпьем. На зимний? Нет, по-моему. Что это за звуки? Почему так громко? Там что-то странное на улице творится, я не хочу туда. Сидим в бифджерке. Плохо, что мы не можем складывать предметы куда-нибудь. А, нет, можем, я извиняюсь. Я... My bad. На улице какой-то ужас творится просто. Мы положим антисептики. Нет, это мы положим в другой ящик, в котором будут лежать ненужные вещи. Что-нибудь сложим туда.
чем я особо не нуждаюсь. Да, зимняя будет с декабря по январь. Это все еще осенняя. Точнее, это даже не осенняя, это просто какая-то странная распродажа, я не знаю. Reclaimed wood. Достаточно много весит. Ладно, положим пока что как-нибудь так. Попробуем выйти на улицу. Стоп, сколько время? 5:47. Стоит ли подождать или... А, хер с ним, попробуем, да? Не сожрут же нас... Что за... О, нет, 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 спасибо. Не вариант, это не вариант. Я туда не пойду пока что. Что мы можем сделать? Плайнснер. Кишки. А чем я, простите, должен забить волков или еще кого-нибудь? Господи, там так страшно, я не хочу туда. Пойду еще посплю немного. Так мне будет намного лучше. Еще часок сна. Ха. Может быть, там полегче станет на улице, и мне не придется идти туда, в этот ёбаный пиздец. Да, да, там стало намного лучше. Попьем воды. Намного легче, я тоже попью. У меня 8 гигабайт оперативки. Видеокарточка на 2 гигабайта GeForce 650 Ti. По-моему, 650, я не уверен. И процессор i5, один из самых первых. То есть, ну, хуже, чем последний, очевидно. Да вот и все вроде. Ничего важного не упустил. Пойдемте туда по дороге, я надеюсь, мы что-нибудь найдем там. У меня по-прежнему есть флеер. Много флееров. Вау, что там? Что-то притормаживать начало, ну ладно. FPS просел на секунду. Страннота-то какая. Моя пошпала, моя пошпала, иду домой по привычке. Окей, что у нас здесь? Выглядит максимально небезопасно. Дерейлмент. Нет, не сжигай, не сжигай. Случайно нажал. Ладно, посмотрим, что там. Да какого хрена? Я что, не могу залезть? Я что, не могу залезть? Я должен выжить. Я должен выжить. Что за срань? А, вот все вещи, посмотрите. Патрон для винтовки. Мертвый олень? Мертвый, мать его, олень. Его волк распидорасил. Я надеюсь, он еще не здесь. Requires tool. Черт, у меня нечем. Что ж, очень плохо. Cannot use bare hands. Падла. Ладно, мы забираем все, что у нас здесь лежит, и уходим подальше. Sewing kit. Хорошо, сошьем себя, если что-нибудь плохое случится.
Что это все, что здесь лежит? Тут поезд с рельс сошел. Черт, ладно. Я слышу волка, я не знаю, где он. Волк? Ой, блядь, как воет, до свидания. Окей. Окей, все в порядке, все в порядке. Все круто. Продолжаем жить. Staying alive, staying alive. Staying alive. I'm staying alive. Окей, надеемся, что-нибудь здесь есть. Может быть, какая-нибудь шахта? Я бы хотел увидеть шахту. Там какой-то знак. Наверняка там что-то есть. Что у нас? О, нам плохо. Нам плохо. Мы замерзаем. Train loading area. Ну, значит, там что-то должно быть, наверное, я полагаю. Грузовики. Там что, реальные грузовики? Looks like you just survived. Yes. Где дома? Где все дома? Вон там что-то есть, я вижу. Какие-то контейнеры. Сегодня я у мамы певец, и это да. Там какие-то приличные дома даже. О, что за херня? Я что, контакт не выключил? Практически скинули. Лол. Зачем мне это скинули? Вот лишь вопрос. И завтра будем две, а это основное. Окей. Внезапно. Спасибо. О, вау. Окей, спасибо. Окей, закрою пока контактик. Только... Рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Тихо, с болью. Или как там? Каузи. So cozy. Тут весьма мило. Тут, блин, по-моему, даже больше, чем в моем доме. Больше. Она такая, больше вообще. Thin wool sweater. Candy bar. Окей. А что тут еще есть, кроме кровати? Hope nobody needs this anymore. Тряпки. Тряпки — это супер круто. И это супер круто. Это не круто. Это круто. Все? Крутые вещи кончились? Это бункер? В смысле, это бункер? Это не похоже на бункер. Это вообще ни разу не бункер, это просто маленькие дома. О, тут чертовски темно.
Да не, я не пойду ни на какие караоке-пати, я же не... Ну, вы понимаете. Джинсы, вау. Может быть, они супер теплые, давайте посмотрим. У-у-у. Ну-ка. Да нет, на мне и так джинсы. Секретная локация, бункер. О чем ты? Я... Ну это явно не бункер. Серьезно? Я надеюсь, ты не про это, потому что это не секретная локация. Я ее случайно вообще нашел. Хочу, чтобы бункер был как бункер. А, где-то рядом бункер. Окей. Вот это мне полезнее знать, что где-то рядом бункер. Только нужно согреться. Looks like this has been here a while. Вау, носочки нашли. Simple tools. Что-то полезное, наверное. Там, наверное, молотки или еще что-нибудь. Окей, это не бункер, хорошо. Теперь спасибо. Значит, там где-то рядом. I could use this. I could use this. Fimble sweater. Девчонки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это что? Еще один контейнер. А почему бы и нет? Лишним не бывает. О, тут что-то есть еще. Ничего там нет. Манули меня. Так, пока что еще утро. А мы супер замерзли. Нужно бы согреться. Но тут... тут нет, нечем согреться. Значит, мы поедим. 30 из 30 килограмм. Самое время есть то, что мы нашли. А вот я не знаю, пойду ли я в армию. По сути, не должен. Окей. Start fire. Я прям здесь могу его развести. Can start indoors. Indoors. Okay. Что ж, теперь мы ищем бункер. Где же этот бункер? О, нет, бункер. Может быть там? Да вряд ли. Там олень лежит, да. Да, это олень. О, до свидания. До свидания. Отсоси. Окей. Пока что мы живы. Никаких волков. Ничего. Но мы замерзаем, и нам нужно быстрее двигаться. Где-то на горе. Окей. Полагаю, что на этой горе. Блять, я не хочу к этому волку приближаться. Волку, 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 волку. А, плевать. Черт, он там не один, между прочим. Там у него... Блять, отсоси. Пошел вон. Пошел вон. Я вижу тебя. Слежу за тобой. А, чтоб тебя. Бежим! Что, ты горная лошадь? Чтоб тебе... Просто сваливаем от волка. Если он догонит меня, будет плохо. А мне ногу отгрызет. Оу. И ничего я с этим не смогу поделать. Я слышу и больше волков. Твою мать, как же мне плохо. Я замерзаю, умираю от голода.
О, не цель. О, пиздец. Ну все. Ну все. Это конец. Черт, где я вообще? Убегал от волка, прибежал хер пойми куда. Ладно, по крайней мере, мы еще живы. Мы еще живы, это хорошо. Просто замечательно. Что это? Это дерево. Вашу мать, куда мне идти? Я ничего не вижу. Frozen Creek. Окей, давайте побежим по этой штуке. Возможно, мы найдем что-нибудь. Что-нибудь или, не знаю, место, где я могу укрыться. Эй, Дастер, спасибо за подписку. Добро пожаловать на стрим. Окей, это мы вышли к большому озеру. Нет, 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 мы вернулись в то унылое место, в котором я был в самом начале. Дерьмо. Это явно нехорошо. Я в полном дерьме. Я в полнейшем дерьмище. Ладно, я вроде знаю, куда бежать. А, да кого я обманываю? Atomic People. Клёво. Спасибо за подписку. Правда, мне не поможет... Мне не поможет ничего. Подписка мне не поможет, если я не найду дом. 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 Стоп. Нет, в него же нельзя войти. Нет, в него можно войти. В него можно войти. Я жив. Я жив. Ух. Окей. Печки тут, конечно, нет. Что весьма плохо. Окей. Да я ничьи ники правильно не произношу, так что заранее извиняюсь перед всеми. Окей, что ж, я думаю, мне придется поспать, потому что на улицу я выходить не хочу, там это метели и все такое. Окей, у нас есть еда, достаточно много, я думаю, я выживу. У меня есть вода, воды просто куча. После двух смертей в The Forest? Ну, не знаю, не знаю, The Forest, он такой... Он плохой, короче. Так, сколько времени? Это всего лишь 10 утра. Там такая метель. Мне придется дождаться, пока она... Пока она закончится. Ладно, подожду часок. Полегче, может, станет. Кто знает. Нет, не стало. Все до сих пор максимально плохо. Поспим еще часок. Дайте мне выбраться и убежать в свой дом. Окей, скушаем одну кэнди бар. 12 PM и отправимся на поиски моего дома.
Ну или чего-нибудь другого, что мы сможем найти, не знаю. Тут какие-то трубчанские лежат. Нет, он не, ему он больше не нужен. Ты посмотри на него, боже, о чем ты? Сёрчинг. В туалете ничего нет. Ну, шикарно. Окей, значит, это почти час дня. Да, где-то без 20 час. Окей. Твич перестал страдать и загрузил мне стрим. Привет, Реймонд. Мы играем в The Long Dark. Не совсем успешно, но я пытаюсь как могу. Вроде я выбрался оттуда. Окей, это хорошо. Значит, мне нужно просто найти свое убежище. Интересно, вот я нашел инструменты, могу ли я ими вытащить из оленя его внутренности? Или что это вообще там лежит? Я думаю, канадцы похлеще нас будут в этом плане. Да ладно вам. Черт возьми. Еще один. Миллионы мертвых оленей. И там волк. Что ж, к черту. Мы не идем к волку. Мы идем немного правее. Но лучше бы мы были нордами. А-ха-ха-ха. А, норды лучшие. Ха-ха-ха. Жил-добыл Рагнар жижий, героем он слыл. Как-то раз он Вайтеран что-то там прибыл. Уражался, тужился, бряцал мечом, схваляя, что враг ему всяк нипочем. Мне нужно куда-то прятаться. Потому что я слышу волков. Тогда герой встает просто на месте. И это мне не нравится. Окей, попробуем подняться здесь. Видимо, не сможем. Нет, смогли. Ладно, хорошо. Нужно бежать. Просто куда-то бежать. Здесь мы сможем пройти? Да, сможем. Оу, я надеюсь, мы не умрем. Я, видимо, зря надеюсь. Гаджеты. Да, смешно. Нет, никакой музыки на задний фон. Я смотрю стримы с музыкой на заднем фоне. Это, блядь, такая ущербная хуйня, я не знаю почему. Типа ты играешь в игру, погружаешься, а там, блядь, на заднем плане какой-нибудь ёбаный Limp Bizkit. Поэтому я не угораю по этой теме. Что ж, зато и угораю, потому чтобы сдохнуть, у меня это удачно получается, только посмотрите. К тому же я не хочу, чтобы у меня потом на стримах, блять, пустые просто пробелы были без звука из-за музыки. Конечно, Реймунд может сейчас снова Аффикс Твина предложить, но, блин. Можно, конечно.
Apex Twin, мне кажется, вот как раз к таким играм. Зим? Первый раз так о чем-то таком слышу. Я не знаю, что это на самом деле. Снова олень. Я по кругу хожу? Да, я хожу по кругу. А, ладно, хотя бы я знаю, куда выйти теперь. Куда выйти и куда идти дальше. Так, мы вот тут съедим, потому что мы хотим есть. Окей. Пожрали собачьи хавки. Стало намного легче. Сколько время? Час 45. Из Майнкрафта. Ну да, ну да. Завоеватель Зим. Поротый мультсериал. Окей, дальше можно не продолжать. Я не фанат упоротых мультсериалов. Окей, мы побежим по железной дороге, и я буду надеяться, что мы что-то найдем. Хотя я там, по-моему, что-то уже вижу. Нет, нет, мне показалось, мы умрем. Окей, может быть, как только я добегу, то поставлю Apex Twin. Я сейчас не в ту сторону бегу, конечно, но без какого черта. Может, я что-то еще найду интересное. Не в одном же домике вечно сидеть. Это что, дамба? Это что, волк? О, я могу туда пойти. Может быть, это и есть бункер? О, пошел к черту, пошел он. Блять, он меня сейчас сожрет, да? Сука! Run for your life. Нет, это дамба, окей. Эй, волчара, пошел вон. Куда тут входить? А, не буду его ждать. Не хочу его ждать. Окей. Джерикан. Что ж, да, это мне поможет немного? Внутри дамбы ствол. Окей, как скажешь. Сейф с высоким спавном потрошек. Окей. Это было бы полезно, я не отказался бы. У меня, правда, перевес, с этим нужно будет что-то сделать. Рожек. Оу, давайте сначала первый этаж осмотрим. Оу, тут крипово. Сейф открывать легко, но долго. Что там слева написано? Кьюмберт? Я, наверное, устаю. Тут есть кровати? Я бы от кровати здесь не отказался. Я бы в них поспал. В этих кроватях. Looks like this has been here a while. Requires tool to open. Что, мне локпик нужен? Его, наверное, делать нужно. О, еще один сьюинг кит. Да, я слышу, что мой персонаж хочет спать. Это очень плохо, потому что возвращаться еще... Ууу! Прайбар. Этим мы сможем открыть, наверное, таблетки.
basic boots. This pack is getting kind of heavy. В первой игре на версии 24 волк внутри убил. Вау, волк внутри. Я надеюсь, я не упаду спать, если я не дойду до кровати какой-нибудь. О, блин, ну и крепота, я не хочу дальше идти. I could use this. Да, точно, у меня же есть спальный мешок, я забыл, спасибо. Блин, тут много всего интересного. Вы только посмотрите. Прям сокровищница. Я уже пятый ящик подряд открываю, он пустой, и это сокровищница. Окей. Теперь мы можем открыть один из... Да, можем. Только посмотрите, что же там есть. Патрон. Целый один. И work boots. Но они у меня уже есть, поэтому я в них не нуждаюсь. Эмси. Окей. Simple tools. Еще simple tools. Тут какие-нибудь закрытые... Нет, окей, отправляемся вниз. Посмотрим, что там. Надеюсь, что-то приятное для меня. Вообще, я бы скинул каких-нибудь шмоток ненужных. Окей, значит, скину вот это. Тоже скину. О, это даже 4 дает. Ствол будет в большом зале. Окей. Ха, типа... Да, Даша. Давайте, ребята! Где пушка, блядь? Сука. Fire barrel. Окей, мне это поможет. Шмотки можешь порвать и... Окей. Как скажете. Но сначала я поищу пушку. Это вообще тот большой зал, про который вы говорили? Я не думаю, что тут хоть что-то есть. Твою ж мать. Может быть здесь? Шоколадка, да? Это все, чего я достоин. Мы еще успеем побегать, я думаю. Мы не особо хотим спать. Отправимся сюда. Это тот зал. Ну тут почти ничего нет, я надеюсь, что там что-то есть, либо здесь. Я надеюсь, что туда можно пройти. Судя по всему, это довольно сложно сделать. О, там трупы, у него топорик. У него много полезных вещей. Последние бочки, глянь. Окей, я посмотрю сейчас. What have we here? Еще один кэнопинер мне, наверное, не нужен. У меня перегруз. Перегруз. Как туда попасть? Наверное, там есть какая-нибудь дверь, но... Я что-то не секу. Окей. Тут ничего. Может быть там. Черт возьми.
Это ведь не только я, ее там просто нет, наверное, я бы увидел. Окей. Ладно, пойдем наверх. Посмотрим, что здесь есть наверху. Полагаю, что ничего, но, блин. Там что-то лежит в конце. О, очень мило с вашей стороны. Персики, бюрчерки и еще что-то. Кэнди бар. Looks like this has been here a while. Эклер. Что ж, это поможет мне от волков. Либо это до сих пор миф, и они меня не убивают только из своей дружелюбности какой-то. Ну, не знаю. Не буду к ним слишком близко подходить. Самое время отдохнуть, думаю, и дать нашему герою поспать. Но ствола здесь нет. И болза. Что ты имеешь в виду? Окей. Так. Да, давайте так. Are you serious? Ох, какой он злой, а? Блин, я... Даже я не такой злой. О, ну видишь, теперь все клево. Это минуту он показывает, наверное, да? Окей, мне нужно отдохнуть. Нужно что-нибудь сожрать перед этим. Например, Candy Bar. Какая версия игры? 1.20 что-то, по-моему, я не уверен. Я согреваюсь? Да мне абсолютно тепло, окей. Поспим 3 часа, посмотрим... О, я не то нажал, какой я молодец, только посмотрите. 4 часа поспим. До 8 вечера. И потом посмотрим, что нужно будет делать. Ну да, я слышал про эту фигню с Эболой, но я нет. У меня вообще норм. Получше стало? Нет, не особо. Давайте еще поспим. Мы здесь не мерзнем, поэтому думаю, мы можем позволить себе еще сна. Попьем воды. Я тоже попью воды. И поспим до 2 ночи. Окей. Надеюсь, мы сможем что-то найти теперь. Черт, ничего не видно. Охренеть. Твою мать, вот это крипово. Давайте керосином польем. На всякий случай. Я не знаю, просто, блин. Реально темно. Надо что-то сожрать. Что-то попить. Съедим персиков. Да. Персики, это клево. Окей, пойдем посмотрим прошлую комнату. Потому что это единственная мысль, которая у меня остается. Твою мать, так темно. Это я выкинул? Да, это я выкинул.
какая-то странная дамба. Прямо во время стрима спрашивают, что за игра и как в нее играть. Что с ней не так? Хули здесь так темно, я не понимаю. Может быть, здесь все-таки есть ружье, я не знаю. Мне нужно его найти, иначе если я на улицу выйду, то мне будет плохо. Как минимум от того, что там супер темно. Сколько у меня еще флэров осталось? Раз, два, три. Еще три помимо этого. Стоп, это же эта дверь, да? А, так вот. Я не заметил эту дверь, я просто ее не увидел. Лол. Вот я глупый. That'll come in handy. Удачи, Броквиз. Окей. Куча шоколадок почему-то в метаптечке. Еще одна лампа. Уже третья, по-моему. Что это? Окей, я надеюсь, что я здесь найду пушку. Как вы и говорили. Я бы от нее не отказался, к тому же у меня уже есть один патрон. Или даже несколько. У меня, по-моему, пачки с патронами были. Я же даже не помню. Черт возьми, столько еды. Сейф. Окей. Ой, блядь. А, мама. Мама! Мамочка! Давай! Что ж ты в руки не берешь? Что за говно? Окей. Я не хочу смотреть через это окно, это слишком крипово. Кину его пока сюда. Окей. Стволом здесь и не пахнет, если честно. Окей, как это делается? Окей, видимо, нужно полностью прокручивать. 24. Окей. И дальше что делать? Что мне теперь нажать? Найти три точки. Крутишь, находишь одну точку, поворачиваешь в бок. Если точка сбилась, через ноль снова находишь первую точку и поворачиваешь в другой бок. А, окей. Так. Понятно. Спасибо, что объяснили. Так, 24, 4. А, блядь, 24, 4, 20 или типа того. Окей. 24, 4.
19. Окей. Круто. Это было не так уж и долго. Клевая моднявая куртка, патроны. Еще один флэр. И еще патрон. К сожалению, стрелять мне не из чего. Поэтому я не могу особо радоваться. К тому же у меня, по-моему, были патроны. Да, у меня 12 патронов, черт возьми. Достаточно, чтобы найти пушку и стрелять из нее, например. Не знаю, но пушки нет. А, окей. Мне придется идти снова вниз, я полагаю, потому что сейчас я... Мама! Снова. Сколько время? Нет, не надо ничего сбрасывать, пожалуйста. 4 утра. Мне нужно поспать всего 2 часа. 2 часа это окей. Окей. Идем поспим 2 часа и отправимся на поиски еще что-нибудь. Я не знаю, мы найдем что-нибудь интересное. Надеюсь. Амнезия какая-то. Нет, пенумбра. Да, больше на пенумбру похоже. Прям вообще. Также с флайером хожу и от холода прячусь. Поставим бедрол и поспим 2 часа. Окей. До 6:30 или типа того, я полагаю. Не знаю насчет Don't Starve. Давным-давно наигрался в нее. О, сразу светло стало. Вот теперь-то можем идти. Я едва ли что-то вижу без флэера. Двухэтажный дом в Мистери Лейк. По-моему, я там остановился. В том плане, что... Типа, ну, это мое постоянное жилище теперь якобы. Если это, конечно, тот дом. Но я не уверен. Окей. А, это сожженный. У меня осталось всего 2. Я возьму еще один, потому что вдруг там волки или еще что-то. Окей. Насчет фобии не знаю. Ну, некомфортно чувствую себя в темноте, возможно. Если у меня какая-нибудь депрессия или еще что-то, то это отрицательно влияет на мое состояние. Что это за херня? Что-то не поддающееся объяснению, скорее всего. А, мы хотим есть и пить, я забыл про это. Мы перегружены просто очень-очень неплохо так. Башня спасателей. Вот там я, по-моему, был. А кто знает. Возможно, и не был. Возможно, я вру. Идти ли сюда? Нет, хуйня идея. Я не пойду туда. Ах, твою мать. Пошел вон. Уходи. Уходи. Я не рад тебе. Пшу. Ёба. Да, музыка чё-то как-то быстро выключилась. Оба конца тупикане. Окей, спасибо. Слушай, отвали, чё ты за мной идёшь? В
Он ведь не напрыгнет на меня сзади. Будем надеяться, что нет. Окей. Можешь с волков мясо брать и жарить. Думаю, игра станет намного проще, если я найду оружие. Но я, видимо, не найду. Барсук. Кто-то кинул мне трейд. Я что, его прямо сейчас должен принять? Пока играю в блядский The Long Dark? Ну ладно. Давайте попробуем принять. Может, мне что-нибудь интересное покажут. Выруби Steam? Что? Я играю в Steam, о чем ты? Ладно, я понял, но я не хочу идти в настройки. Мне нужен какой-то домик. О, мне скинули карточки. Ну ладно. Окей. Спасибо, кто бы там ни был. На самом деле, этот фильм «Схватка с Лемом». Окей. Возможно. Сделай не в сети, а вот делать мне больше нечего. Окей. Мы возвращаемся назад уже, прям 100%. 100%. Вот это уже прям дорога назад. Дорога домой. Волк сожрет меня. Что ж, я не буду на это смотреть, потому что не хочу видеть, как он обгладывает мои ноги. Что-то сказал? Похоже, нет. Попью вместо главного героя. Да, я видел тизер новых Звездных войн. Я уже отвечал на этот вопрос. Нет, я не угораю по Windows 8. Вообще очень долгое время даже на семерку не мог перейти. Блин, вот козел, а? Жаль, что я не могу бегать, чтобы убежать от него. А, твою мать. Нет, пожалуйста. Нет. Нет, волк. Нет. Как насчет не трогать меня, м? Окейюшки. Там что-то новое лежит? Looks like a new day is dawning. Твою, блять, мать, их так много. Ничего нового не лежит. А, нет, нет, пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, уходи, 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 уходи. А, уходи, чертов волк, я умру, я умираю, я умер. Что-нибудь другое через 5 минут. Перезапуск стрима.